Друзья, приветствую на канале Удивительно Рядом. И в этом видео вы увидите. Ох, это что такое? Ага. Кто это? Так. Ого-го, вот это... О, селище. Видал, что творит? Вот такой вот парень. Еще горбаки. Вот так вот начинается наше утро. Да, на реке. Вот так вот. Еще позавтракаем. Пойдем еще на что-то половим. Сейчас попробуем что-нибудь поймать. Я здесь останусь еще на 2 дня. Все остальные пойдут дальше. Хочется порыбалить, конечно, очень сильно. Тут лиса бегает сейчас. Попробую еще поймать ее в кадр. Так, ну ладно, тогда потом на речке встретимся. Уже покажу все дальше. Канале Удивительно Рядом. Я выдвигаюсь на очередную рыбалочку, честно сказать, с небольшим адреналином, потому что ровно вот минут 30 назад вот сюда вот вышла медведица с медвежонком. У меня был фаер, свисток и пир-патроны. Вот скажу, ни фаер, ни свисток вообще никак не влияет, а наоборот еще только подманивают ее. А вот спас только пир-патрончики наши. Стрельнули, убежала. Мамка была с медвежонком. Блин, адреналина, блин, полные штаны. Если честно. Ну ладно. Вроде бы ушла, костер хорошо горит. Думаю, что не придет уже. Но все-таки опасения есть. Попробуем половить сейчас лосося. Вчера очень хорошую кумжишку поймал. Практически на 2,5 килограмма. Борьбы было, блин. Не передать, но дождливо было, не снимал. Там только фотки есть. Потом если что, может, и фотки выложу. Вот так. Вчера очень большие ливни были. Вот это дерево полностью перекатывалось. Вода через него. Посмотрим сейчас. Вот здесь прям кумжу взял. За деревом он мне под коряги эти тащило. Всплывают гробы. Здесь, честно сказать, концентрация рыбы очень большая. Очень большая концентрация рыбы. Поэтому даже зачастую получается ее не ловить, а багрить. Багрить нам не надо, нам нужна охота. О, есть. Есть. Горбушка. Горбушка. О, какие свечки. А, сошла. Ничего. Вот это вот возня, вот это борьба.
все попробуем. Сейчас я чуть попозже перейду на другую сторону. Попробую тут по максимальной струе, потому что все-таки бьет, ну, уходит туда, на большую воду. Здесь глубина не совсем большая, но все равно так и есть. Вот. Ох, какая. Ах, какая хорошая была. Я думал, зацепился. Думал, зацеп, если честно. Потому что встало и все. Как на месте. Без борьбы. Вчера очень был большой поток воды. Реально несло. Все с гор. Было страшно смотреть, я не знаю. Я испугался, думал, сегодня рыбалки вообще никакой не будет. Вот он прыгает. Красавчик. Да, водичка очень хорошая, прозрачная. Вчера просто была каша. И то клевало, скажу больше. В этой каше тоже клевало. Но не так хорошо, как бы. О, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. О, хороший. Хороший, хороший, хороший. Иди сюда. Это, по-моему, нерка, ребята. Ох, вот это возня. Вот это борьба. Мамка! А нет, нет, самец, самец! Да. А уже горб! Побежал, побежал, побежал. Да, самцов мы не будем брать. Интересно. Вот так вот, такая вот возня с ними, борьба идет. Серьезная. Третий уже берет. Третий уже берет. Третий. Присел. Вот он. Пять горбач. Вот это возня, ребята. Такие вот здесь ловятся рыбки. А вот пусто. Вот побежал, побежал. Нет. Нет, нет, нет. Я там еще засолю.
Так, сейчас еще что-нибудь попробуем поймать. Вот такие вот рыбки. Да. Смотри, как усил. Горбач. О, какой! А нет, я вообще не знаю, что это. Ох, это что такое? Ага. Я не знаю, что это. Не, есть мы не будем, мы его отпустим. Я не знаю, что это. Что это за рыба? О, красивая такая. О, как... Отходи. Отходи в сторону. Ого-го. Вот это сила. Это кумжа, что ли? Да, это... Ага. Такая же, слушай, здоровая. Угу. Вот это кумжа, ребята. Вот это. Видела какая-то все куцана или угу. Да, камни это. Не знаю. Вот это кумжечка. Вот. Не знаю, сколько. Пойдем, пойдем, пойдем. Нет. Ого-го. Ребята. Вот такую рыбу я отключу сейчас. Да. Вот это да. Ты не ожидал таких ударов. Так, ну давай еще попробуем раз. Видал, что творит? Я не знаю, куда он убежал. И что это такое вообще? Походу А не, сидит. Чего не сидит? Не сидит. Че это такое, Сань? Ой, как тебя тащить просто? Я не знаю. А, отцепилась. Блин, пипец. Я не знаю, как их таскать. Чуть-чуточку не отняла.
Акула, наконец-то. Вот такой вот парень присел, горбатенький. Сейчас мы тебя отпустим. Переживать, только не дергайся. Супер. Сюда подсел-то хорошо. Фух. Борьба, конечно, с ними это одно удовольствие. Аж руки болят после таких поклевок. Кто это? Куда ты меня не туда потащила? А, это горбушка. Это горбуша. Сейчас потерпи. Такая горбушка. Так, тебя мы, конечно же, отпустим. А, хулиган. Все, замочил все. Так, продолжаем. Переоделся, уже жарко так становится. Если честно. Да, я думал, горбуша уже ушла. Нет, еще стоит. Горбатенький. Потому что кита уже подходит. Так, вот такой вот утренний улов у нас. Чтобы понимали. Руку ложу сюда. Нерка, правда, коцанная. Походу Мишка ее деранул. И тот этот конец. Кумжечка. Я взвесил 1,6 кг получается, и горбуша побольше, где-то 2 кг, наверное, 200 будет, нерочка. Блин, вообще боролся так приятно. Ну вот, наступила пора заканчивать нам нашу рыбалку и наш поход. Пришла пора прощаться с данными уникальными местами, где мы оставили, наверное, частичку собственной души. Очень хотелось бы вернуться сюда и с наилучшими воспоминаниями просматриваем наши лучшие моменты.